Русские не способны к самоорганизации. Украинцы способны к самоорганизации. Майдан в России невозможен. Невозможен. Как спонтанное народное uh -huh. явление, когда люди катят, uh -huh. так сказать, эти шины, там, и когда сами с собой сотни делятся, сотников как uh -huh. выделяют, какая-то организация. Без начальства. Без начальства. Да. Это невозможно.